Так. Всем привет, с вами Носкафе, и сегодня я вам покажу, как ускорить загрузку видео на YouTube. Сейчас я добавлю одно видео. Так, это как раз тот файл, который надо закинуть. Так, видео это прохождение майна в плоском режиме. И я кидаю его. И как видим, 200 и с чем-то минут. Так, все, я тут. Вот. Нам это не надо, поэтому отменяем загрузку. Добавили. Для этого нам нужна программа mhvideo.com.vh.ru. Ну, ру, короче. Ссылочка будет в описании. Вот будет так это выглядит. Вот так будет надпись скачать, размер, вот нажимаете вот сюда и все. Скачивается будет. Так. Пусть загрузка. Далее. Просто пролистываем. Далее. Убираем диск. Ну, куда вы хотите установить, советы на диск, да. Советую. Потому что, ну, на диске C все-таки хранится важная информация. Прежде создать иконки на дископе. Нет, спасибо. Нет. Так. Нет. Так вот. Нам не нужна реклама. Все скачалось. Нажимаем запустить. Вот файл, вот это фигнюшка. Вот сам видос. Мы просто берем, по-моему, перетаскиваем. И нажимаем начать конвертацию. Все. Формат файна, формат у нас YouTube. Все, нажимаем форматировать. Теперь просто ждем, пока отформатируется видос. Я продолжу, когда закончится конвертация. Так, я вернусь через раз. 2, 3. Появляется свободное время. Плюс еще немного сейчас приболел. Ну, неважно. Видос скорректировался. Теперь нажимаем отсюда. Вот. И можно перетащить его на рабочий стол. Все. Нам больше эта программа не нужна. Это можно удалить. И заходим теперь в YouTube. Загружаем видео и кидаем сюда. Видео теперь 40-50 минут где-то длится. Вот так вот. Это видео я потом выкладу попозже. Пока что у меня нет времени. Ну, а так я видео будет длиться. Смотря какого связь в видео еще. Ну вот. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.